трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и девятикратный победитель чемпионата СССР. Фирсов, да какой бросок! И это гол! И это Мартинш Диркалс. Великолепное попадание. И Мэтт Робинсон досрочно покидает скамейку штрафников. Здесь место, честно говоря, прикормленное. Недавно с этой же точки, на этой же арене забрасывал свою шайбу Егор Яковлев, защитник «Магнитки». Ничего не напоминает? Диркалс принимает поздравления от партнеров. Девятая шайба, 22 очко в этом сезоне.